Шериф. Нет, не надо, пожалуйста. Давай. Мы же можем переехать их, а не задавить. Открой машину. Открой машину. Не, все, я боюсь, блядь. Стекло. Открой машину. Стекло. Давай, починю. Ох, ты стекло. Давай, почини, ёпта. Легион, открой машину. Легион, не открывай. Блядь, нет, нечем. У меня есть подруга. Теперь ты боишь, что ты переедешь, я тебе говорю. Да не, Мэкс. Валим. Патрон держи. Однако засал, короче, да? Что делаешь? Кажется, он убивает нас. Зачем? Почему я? Все не успокаивается никак. Эй, тихо. Все, почему во всех пострадавших страдаю всегда я? Почему? Все забирай. Я понял, как медики зарабатывают на жизнь. Вот сейчас я все понял. Где второй медик, который в машине сидит? Все меня вылечит. Она у меня шаплечки нету. Медик. Подожди. Суки. А, он так вас из машины вызволяет, я понял. По одному. Давайте я починю, короче. Меня почини. Я че, мудак, что ли? Меня почините кто-нибудь, медик? Да чиню, ёпта. Я ранен. Давайте по мешаку постреляем. А где он? Не почини меня ранее. Кого? Ты сам прекрасно знаешь, что я на 75 хп могу бить. Серьезно? Ну, ё-моё. Давайте мешака вызовем, короче, в этот наручники и... Его туда вон отведем в уголок, он видит, что там отдельное здание. Что здесь за херня творится на механической базе? Ебана мать, блядь. Это не я. Ну чё, ментов позвать? Ловкий он! Вот это офигенно! Кто там выкинул? Ловкий он! Минус один. Давайте сы... Ловкий он! И всё, умер. Ща, подниму. Давай, кого увезти надо? Я в домике. Поднимай. Я тебе могу видео скинуть. Медик пишет видео на... Ой, это жалоба на медика. Да. Ромбай, это ты? Да он меня внутри запирает. А, ясно. Блин, а мне уж с мешаком надо потрещать. А, давайте... Ладно, все, последний раз. Блять, не могу поднять. Блин, почему я доводился, если не могу сейчас? Ковкин, сейчас 120 тысяч. Подожди. Один раз не я поднимал. Какая разница? На Вовкина будет порядок в ряду медиков. Что, куда пошел? Усаживаем. Смотри, быстро в банкомат ты сейчас. Ловут. Ну давай. Кто быстрей? Ты Соломута или я с минигана? Кого? Хэтчбэк? Он там стоит. Его почему-то взорвать все хотят. Пиз... Толкнуть лодку. На нахуй. Толкнуть лодку. На нахуй. Стоп, я тебе сейчас потолкаюсь, я ее только припарковать хочу. А чё она не уплывает?
Потому что ты дохляк. Я си... О, исчезла, видишь, смотри, что я сделал. Я ну да, ты ее в механиков, ой, в медиков запустил. Пизда медиков. Ёптить, кто это тут летает? Подбитый. Кто это в натуре вот летает? Регион. Что вы позволили в моем храме? Вы что, к ней в келье зашли, что ли? Блин. Вы только что просили эту монашку, не такая уж она и монашка. Так. Вы только что спустили. Я предлагаю скинуть его сначала. Итак, Лайбай, давайте, Фадр, молитву. Извините, не про это. Да-да-да. Жакал, какой это она? Я чистокровная Ари. Окей. Вы изначиловали мою монашку. Я бы вас... Ари, это монашек любите? Да-да-да, вот такой же. Так, ну за монашку вам можно 2 копеечки. Да, ему вдвойне. Монашки, если бы можно расти. 2 яйца, 2 монеты. Оплати. 2 яйца, 2 монеты. Так, следующий. Кто там у нас? Кто там у нас? Показывайтесь. Кто там? Кто на исповеди? Кто грешник? Рай? Вы что, прыгаете, нет? Он, ну ладно, это лучшая душа. А кто такой Прайд? Где у нас Прайд наблюдался? Вот прям перед тем, как воспитательный срок проходит в Блэквотер. А, понятно. Так, у Прайда сбитие пешехода. Давайте, Падра, отпускайте ему скорее грехи его смертные. Так, поганые. Прайд, короче, сбили пешехода, очень плохой человек. Официально выпишите, пожалуйста, ему штраф отмерить $25,000, потому что он не является сотрудником Блэквотер. Он просто сбил человека, это ужасно. Это непростительно. Прайд, да простит вас Господь. И за это копеечку, пожалуйста. Почти. Отличненько. Так, следующий у нас. Да, грешник в белом. Не. Грешник от Бога. Кто там? Боцман. Ой, Боцман. Вот этому надо покончить. Тут Олег бригаду собрал. Господа, так Боцман у нас же чист. Нет. Как ангел. Они что-то мутят нормально, походу. Там шкала да, какая-то. Вот, вы в белом, вы в вот, чистые. Вот, давайте, я обниму вас как самого честного гражданина. Кто-то тачку помогает, Хантер. Идите ко мне, Боцман, я обниму вас. Кто мерзко срывает? Дайте мента одного сюда, скажите, чтоб подъехали. Ага, так, а вы уже проходили, да, Ильич? Нет. У нас тут только один помощник. Опять вы за грехи свои. Я за него буду. Нет, мне нужен мой помощник, чтобы он тоже выписал ему божий штраф. А он так, кличка такое-то, вот смотрите. Смотрите, не тут тело какое-то. Бренно, так, на стол. На стол вижу. Офицеры, я предлагаю принести этого бесчестного гражданина в жертву нашим богам. Предлагаю так, офицеров закал. Принести в тир. Ёб твою налево. Итак, кто у нас следующий? Я же только что обнимал его. Смотрите, надо. Это был, сука, где поп? Да, призер. Представьте, пожалуйста. Капитан Лайвой. Кто там следующий? Кто стоит? Что за грешник? Вот он, Лайфбай. Так, Лайфбай. Лайфбай тоже девственно чист, как монашка. Давайте обнимемся, Лайфбай, вы тоже прекрасный человек. Остался медик Домакс. Есть такой? Да. Нет, там еще вон люди идут на исповедь. Так. Боцман только что обокрал человека. О, блядь, прямо в стойке обокрали.